будущий глава города Самары Петр Владимирович Лабин родился 10 сентября 1824 года в городе Подольске Московской губернии в семье чиновника из обедневшего дворянского рода. Учился в гимназии, затем в Петербургском коммерческом училище, по окончании которого был зачислен в Тульский егерский полк унтер-офицером. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».